Ну, в вашем лице поздравляем всех наших деток, ваших воспитанников с Днем защиты детей. В принципе, не именно в эту дату мы вас посещаем, конечно же, по всем многим праздникам. Но, да, тем не менее, сегодня начало лета. Жаль, конечно, что карантинные мероприятия не позволяют в полной мере ощутить праздничное настроение и сходить с детками в парк, прогуляться, как сегодня. Но, тем не менее, я думаю, до этого будет еще у нас повод. А пока, наверное, по вашей заявке самое необходимое. Примите стиральную машину, это сертификат. Спасибо. И, да, все, что до этого необходимо. Спасибо большое. Да, и сладкие... Ой, давайте, подходите тоже, не стесняйтесь. Сладости. Кто у нас тут принимает? Ну, давайте. Татьяна Николаевна, сегодня необходимо имбирь и лимоны. Да. Спасибо вам огромное, Вадим Михайлович. Спасибо славянским депутатам. Господи, нет ничего переживать за то, что вы не забываете наших деток, за то, что вы нас поддерживаете в наше трудное время. Вот, мы очень рады вас здесь всегда видеть. Наши дети старались. Вместе с воспитателями пополняем коллекцию щедрых подарунков большое для вас, спасибо. Владимир Николаевич. Ну, давайте да, вместе, да, все. Да. Спасибо большое. Да. Все. Поэтому всегда рады. Просто там в гости приезжайте, проведайте деток. Детки ждут, но мы не можем сейчас с детками встречаться. И еще хотим спасибо сказать и Ольге Ивановне. Дети тоже ждут, Ольга Ивановна. Хотим тоже вам подарить подарочки. Дети заготовили. Пожалуйста. Спасибо. Вот. Да. Детки заготавливают, мы все ждем. С праздником, да, всех. Спасибо, Владимир Михайлович. Спасибо огромное. Обязательно выйдем, прогуляемся еще. Да, мы обязательно. Да. Нашим детям семьи. Да, семьи, да. Спасибо большое. Мамы, папы пришли. Проходила Татьяна Николаевна, директор Славянского репутационного центра. У нас сегодня в центре 30 деток. Детки в центре веком от 3 до 18 лет. Дети, которые попадают в жизненно сложные обстоятельства. Дети, которые уже прошли процесс лишены родительских прав. Но сегодня у нас 1 июня, День защиты детей. Дети приготовили праздник. И дети знают, что сегодня будет много у нас гостей, будут деток всех поздравлять. Уже приехали фрукты, уже и сладкие торты у нас есть. Поэтому праздничное настроение, несмотря на то, что мы в ограничительных таких мероприятиях находимся. Но сегодня все нарядные, все счастливые. Они знают, что вот 1 июня – День защиты детей. И очень хочется пожелать детям нашим вернуться в семьи, найти семьи новые, обрести семьи, чтобы они были окружены любовью, заботой, вниманием, теплом. Это самое главное. Ну а на данный момент я благодарю свой коллектив, который о детях заботится. Тоже мы дарим свою любовь, тепло. Поэтому всем хочу пожелать просто хорошего настроения сегодня и на все лето, чтобы у детей было хорошее лето. Спасибо большое. Пожалуйста. Татьяна Николаевна, разрешите поздравить прежде всего всех деток с Днем защиты детей. Хочу, чтобы внимание государства Украины, всех граждан, значит, и в том числе всех горожан города Славянска, значит, было направлено на детей, и не только в этот день. Значит, а это было всегда и постоянно. От имени членов организации, от имени членов совета, от себя лично решите поздравить вас и в вашем лице всех членов вашего коллектива, значит, с Днем защиты детей. Пожелать деткам, вам крепчайшего здоровья, гражданского мужества и удачи в решении всех поставленных задач. Три восклицательных знака. Спасибо вам огромное. Значит, примите сладкие, да, подарочки. Очень, значит, пожалуйста, очень будьте добры. Да, да. Нет, очень давайте трудно, так, чтобы Татьяна Николаевна, давайте, это приняла, да, из рук, да, в руки. Я же это, давайте вот так. И мальчик, да, да, передайте, потому что тяжело. Тяжело. Отнесите, пожалуйста, в столовую. Да, ладно, хорошо. Да. И эту потом, ну, мы тоже хотим, мы готовились, дети готовятся, мы хотим поздравить вас с нашим же таким особенным праздником. Мы это детвора, мы каждый год традиционно на наших праздниках мы делаем поделки и, как бы, знаете, отличный такой отзыв, сердечный, с любовью от наших деток мы хотим вам передать. Но у нас уже некоторые гости пополняют коллекцию 4 года подряд. Поэтому примите, спасибо, пожалуйста. Спасибо огромное. Дети, спасибо. Дети деткам, деткам спасибо огромное, значит, и всему коллективу. Наступает лето, сегодня первый день, и в этот день мы празднуем 1 июня, День защиты детей. Конечно же, хочется лично поздравить деток в этот день, создать им приятное и праздничное настроение. В принципе, с этой миссией, со своими коллегами я и пришел в это заведение сегодня, для того, чтобы вручить в данном случае, вернее, поздравить через руководителя
всех деток, вручить им сладкие подарки, призы, ну а заведению презентовать стиральную машину, потому что уже есть такая необходимость, а также моющий инвентарь. А также мы еще сегодня будем посещать деток из социально незащищенных семей, для того, чтобы тоже вручить им подарки, но опять-таки не контактируя с ними в связи с карантинными мероприятиями. Всех с праздников, большая благодарность людям, которые остаются неравнодушны к этим детям, и не только в праздничный день, а и в течение всего года помогают этим деткам ощущать себя полноценными гражданами, а также дарят им подарки и, соответственно, хорошее настроение. Всех с праздником, с Днем защиты детей! Значит, сегодня День защиты детей. И в этом году как-то он припал на карантин, и наши дети очень соскучились за вниманием. Мы решили сегодня сделать им небольшой праздник. К нам приедут аниматоры, к нам приехали уже гости. Это очень-очень приятно, что они о нас не забывают. Привезли сладости, мы смотрим. В общем, большое-большое спасибо. Значит, у нас как-то сложилась традиция, что мы на 1 июня вывозим деток на какие-то экскурсии. Но в этом году не получается, так как карантин, и мы решили сделать концерт и пригласить аниматоров, чтобы они сделали деткам праздник. Сколько у вас детей всего? 40 человек в организации. В возрасте от? От 8 и старше. Но они в основном у вас, насколько я знаю, музыканты, да? Да, у нас есть музыкальный класс. На базе музыкального класса создана инклюзивная рок-группа, которая принимает участие в различных фестивалях и конкурсах и занимает призовые места. То есть руководитель группы у нас тоже незрячий. И ну, вы сейчас зайдете, все посмотрите. Это же у вас общественная организация «Доток». Да, да, у нас громадская организация «Доток». Мы занимаемся людьми с инвалидностью по зрению. Так, давайте мы Мише в руки дадим, так, чтобы он красиво держал. Миша, подходи, помогай, подходи, помогай. Да. Где еще детишки, подтягивайтесь сюда. Подержит. Ну что, с праздником вас, детки. Все. Все, спасибо. Большими и здоровыми.